это интересно. Похоже, Паркер умеет гипнотизировать женщин так же, как паук, самок, паука. Все, хорош. Слушаюсь, мой господин паук. Давай останемся здесь. Там внизу дурдом. Всем известно, что Человек-паук — это Питер Паркер. Послушайте, это не я убил Мистерио. Это были дроны. А дроны-то твои. Ну что, тебе хоть немного полегчало? В смысле? Все знают, и тебе больше не нужно прятаться и обманывать. Тебе я не хотел врать. Но как признаться, что ты Человек-паук? Теперь это известно. И дело не во мне. От этого многие страдают. Вот я и думаю, как все исправить. Здравствуй, Питер. Чем обязан удовольствие? Простите за беспокойство, сэр. Брось, мы вместе спасли Вселенную, так что давай без церемоний. Ладно, Стивен. Звучит странно, но пусть будет так. Когда Мистерио меня раскрыл, вся моя жизнь пошла кувырком. Вот я и подумал, что вы сможете вернуть все, как было. Прошу тебя, только не заклинание. Это слишком опасно. Ладно, не буду. Пусть весь свет забудет, что Питер Паркер — Человек-паук. Как весь? Пусть не все забудут. Нет, это так не работает. Но тогда ведь и МДЖ все забудет. Не порти заклинания. А как же, Нед, он мой лучший друг. И тетя моя не должна забывать. Замолчи уже. Что это было? О мультивселенной слишком мало известно. Мы нарушили стабильность пространственно-временного континуума. Беда в том, что ты хочешь прожить две разные жизни. Чем дольше это продолжается, тем опаснее. Будь осторожен в своих желаниях, Паркер. Привет, Питер. Человек-паук. Нет пути домой.